общем, рассказываю суть дела. Совсем недавно банда Декстеров нанесла нам обидную пощечину, и мы не должны оставить это безнаказанным. Мне нашептала птичка, что сегодня главный Декстер будет обедать в ресторане, и у него не будет охраны, кроме его личного охранника. И там мы его хлопнем. С самого начала нам нужен караульный, который будет стоять у входа в ресторан и сообщит нам на пейджер, не подставит ли нас и будет ли он там один. Я могу, в принципе. Отлично, ресторан находится на спавне, в одиночном здании рядом с SLPD. А мозг гнула? Да, именно он. Иди во двор, бери коня и езжай к ресторану. Становись где-то напротив него и, главное, не вызывай подозрений. Как только Декстер явится, сообщишь мне. Выдвигайся. А можно описать Декстера? Он похож на огромную, мерзкую, вороватую крысу. А теперь рассказываю нашу часть плана. Мы берем аргументы и коней. И как только нам чирикает наша птичка, мы садимся на коней и едем туда. Паркуемся напротив, достаем аргументу. Я делаю первый выстрел, потому что мне надо убедиться, там ли он. Вдруг нас подставят, и там будут гражданские. Как только я делаю первый выстрел, вы превращаете ресторан в сыр. Вы стреляете всю обойму и как можно быстрее, а после уезжаем обратно в бар. Нигде не задерживаемся. Там будут рядом копы. Все должны знать, что Хортону лучше не приступать дорогу. Всем понятен план? Он далеко не мирный, он бандит, преступник и мафиози. Он на месте, выдвигаемся. Советую научиться стрелять. Из-за вас Декстер опять ушел. Он теперь узнает, что Хортона опять сила. И всегда ею были. Спасибо за информацию. Отлично сработано. Ну ничего, мы достанем его в следующий раз, когда вы научитесь стрелять.